Здравствуйте, дорогие друзья! Представлюсь сразу для тех, кто смотрит впервые. Я Тарасов Юрий Владимирович, ведущий специалист компании «Электромб». Мы уже почти 10 лет занимаемся экономией электроэнергии. С помощью наших устройств, установленных на вводе после любого счетчика перед всеми нагрузками в доме, можно экономить в районе 30%. А если у вас счетчик Меркурий 230 АРТ, то с комплектом оборудования можно экономить до 70% на законных основаниях с использованием реактивной энергии, за которую никто не платит, согласно законодательству. Вот сегодня я хочу вам показать такую мелочь, если по большому счету, как бы назвать его USB-генератор, вентилятор-генератор. То есть с помощью обычного кулера мы можем, вентилятора компьютерного, мы можем заряжать наши телефоны. Если их запараллелить вместе через хаб, обычный компьютерный хаб, то можно заряжать аккумуляторы ваши, которые переносимые аккумуляторы для зарядки ваших телефонов, для зарядки ваших, для питания ваших компьютеров, планшетов и так далее. Или, может, даже радиостанции. Вот такой маленький девайсик, я вам сейчас покажу, он очень простой, недорогой, но довольно эффективный. Ну, давайте я покажу вам сначала. Вот это обычный кулер. Просто-напросто 200 на 200, вернее 120 на 120 размером. Он 12 вольтовый обычный компьютерный кулер. Ну, если проводочки его соединить через преобразователь, вот у нас в центре такой преобразователь, и подключить к нему, допустим, тоже светодиодное освещение. Вот давайте подключим. Вот поставим вот так. Вот у нас есть такой старенький для компьютера светодиодный подсвет клавиатуры. Вот давайте попробуем. Он, конечно, уже старенький, светодиоды старенькие, подсевшие. Но попробуем, во всяком случае, от этого кулера запитать. Вентилятора у меня нет. Ну, давайте теперь посмотрим, будет ли этот кулер заряжать напрямую наш телефон. Отключим этот нашу подсветку. Здесь обычный USB разъем. Вот подключен у нас телефон через шнур непосредственно к нашему кулеру. Вот он показывает уровень заряда. Вот я включаю вашу включаю.
Вот я приеду, выключил. И зарядка прекратилась. Вот таким образом можно заряжать телефоны. Ну вот если такие кулеры с вашими разъемами соединить вот в такую батарею, вот такую, и каждый же оснащен преобразователем своим, и на выходе у него обычный USB разъем, вот такой. То есть вы подключаете через USB хаб, просто-напросто, вот такой разветвитель, просто-напросто. И спокойно можете заряжать более мощные аккумуляторы, делать такую ветряную электростанцию, можете хоть забор сделать в таких кулерах, просто-напросто объединить их в одну сеть заводскими разъемами, заводскими хабами, просто-напросто там же не надо передать сигнал какой-то вести, потому что там бывают прежде хабы там на 2, на 3, на 4 разъема, а больше их вроде как нельзя ставить, потому что сигнал не искажается. А на эти части идет только чистая ток для заряда. Поэтому вы можете спокойно ставить, объединять эти куры в единую сеть, просто-напросто. И они обитают независимо, просто-напросто. И будут обеспечить вас ветра, энергии, практически с собой. С любого места какой-то будет ветер. Да, можно, конечно, такой кулер поставить, носить с собой. Вот, допустим, я здесь прикреплял. Это что, не скотч? Такой кулер можно носить с собой. Допустим, это обрывание, я к вам звонил, такой потенциальный покупатель, говорит, мы часто ходим в горы. В горах, естественно, можно солнечные батарейки с собой таскать, конечно. Заряжать будет днем. Вот они идут. Солнечные батареи, ну хорошо, если там рюкзак повесишь. И ты там по смерти, по дождь, туда-сюда. А ночью они, света нет, когда ночуют. И они никуда не идут. Вот в это время заряжать надо. Аккумулятор. Вот каждый такие цели бы мне пригодились. В горах или ветер постоянно будет. Вот легкий, можно для, чтобы не разбавить, закрывать вот такими решетками, с одной стороны. И с другой стороны. Вот таким образом. Ну, это чисто для переноски. В принципе, решетку, может быть, и не стоит ставить, но если сильный ветер вам не помешает включить вентилятор, а так, в принципе, решетку лучше снять, чтобы вентилятор включился с большей скоростью. Вот такие вещи можно просто-напросто, если хотите, чтобы он по ветру поворачивался, можно достаточно вот так вот взять центральный штырь, допустим, вот так вот, воткнуть его в землю. А здесь веревочка перетянут или резиночка. Центр тяжести будет с этой стороны, и когда ветер будет в эту сторону, он будет поворачиваться как раз по ветру. Оттуда будет ветер. То есть ничего практически с собой таскать не надо. Самый легкий вариант, самый мобильный вариант, чтобы заряжать наши телефоны. А связь в горах находится на самом деле. В горах или на море, допустим, там тоже ветра постоянно будет. Нет расхозники, бывает там, где они живут, там, между домами сильно будет ветер. Ну, вот такой вариант, то есть напросто генерации. Можно взять вот такую курную электростанцию для питания. И даже в вашем доме можно запитать. Все делать на освещение, допустим. Вот такой девайс, так скажем. Так что, друзья мои, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите на наш сайт, он в описании под каждым видео. Самое главное, подписывайтесь, может быть, еще что интересно вам нарисуем, сообщим, сделаем. Ну и напишите, в конце концов,
купили бы вы такую вещь или не купили? Я понимаю, те, кто может сам